І поки Браво Бенд радіють, що опинилися у потрібному місці у потрібний час, не помічаючи нічого навколо, у холі театру до зустрічі з вимогливою суддівською трійцею посилено готується цей кремезний хлопчина. Кондратюк, ти в продюсерському ділі гігант. І сьогодні увидиш, я маю талант. У наявності таланту Володимира вже переконалися всі жителі Одеської області, котрим було що святкувати протягом останніх 5 років. Працюю методистом в районному домі культури. Веду праздники, іноді свадьби, юбілеї. Ювілярам і молодятам музичні пародії Володимира до вподоби. Тож хлопець вирішив, чом би не спробувати заявити про себе на всю Україну. А раптом пощастить. Как вас зовут? Владимир. Вы откуда, Владимир? Город Белград, Одесская область. Что у нас с семейной жизнью? Холост. Ну так надо же думать. Думаю, но сначала надо осуществить мою главную мечту. Дарить людям радость, стать артистом. Здравствуйте. Спасибо, люблю вас. Балкон, я вас не слышу. А у вас ремонт. Все понятно. Попробуем. Я для всех вас сегодня в этом прекрасном зале под бурные аплодисменты выполню сальто мортале. Знаю, что в этом небе, как бы оно ни злилось, нету звезды заветней, чтоб с басковым сравнилось. Я буду руки всем вам целовать и сяду в очень глубокий шпагат, лишь бы страна умудрилась понять, как украинским талантом я рос. Потянул связки, хорошо, что не в горле. Ты меня любишь, и все живее в сердце стук. Ты меня любишь, как караоке Кондратюк. Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь. Чудо, ты меня любишь. Молодец. Я поднимаю свой бокал и все ж признаюсь, как мужчина, что так давно не выпивал. Но в этот день нашлась причина. Слова, увы, я сейчас забыл. Но хоть стою на этой сцене, быть может, вас я покорил. Но быть хочу я в вашем плене. Передаю привет каналу СТБ. Контракт со мною он подпишет по любви. Ну еще скажу, внимая небесам. Ах, одесситочки, дай Бог. Здоровья вам! Спасибо! Володь! Да? А что, правда слова забыл? Честно. Замечательно, выкрутился, отлично. Что касается схожести Баскова-Серова-Киркорова, я сказала бы, что это скорее вариации на тему, но все, что ты показал на этой сцене, включая то, что текст забыл и как выкрутился, это было на 5 баллов по старой системе. Спасибо огромное. Молодец. Рискую, але скажу так.
Я с удовольствием скажу твердое «да». Володь, ну и осталось мне сказать свое твердое «да». Да? Спасибо огромное, люблю вас. О, понимаешь, жду встречи. Я могу идти? Четвертое «да». Володимир переконався, мрії таки справжуються. Тим паче, що просто за сценою щойно справдилася ще одна. Спасибо огромное, Володь. Вам тоже спасибо. До вас поцелуй. Да, я тоже. Спасибо, Володь. До свидания. До свидания, до встречи.